При отпуске всегда говорите покупателям, да, о том, что, как хранятся препараты. Елена Олесова – провизор. Она и коллектив настраивает на рабочий лад, и формирует ассортимент аптеки, и следит, чтобы правильно хранились препараты. Все делает с удовольствием. Поступать в фармацевтический институт никто не заставлял. Профессию «заранее заботящийся» – именно так переводится с латинского «провизор» – выбрала по ассоциациям. Воспоминания из детства. Маленькая деревянная аптека с высоким крыльцом. И когда заходишь, там такой запах всегда был. Травы, каких-то лекарств очень нравился. Может быть, это сыграло какую-то роль. Карьера тех, кто получил специальность провизор, складывается по-разному. От успешной работы в аптеке за кассой можно дорасти до руководителя. Так получилось у Елены. Теперь она проявляет свои навыки организатора. Но в любой момент готова подменить специалиста первого стола, фармацевта. Конечно, это должен быть хороший человек, прежде всего, добрый, отзывчивый к людям, потому что без этого нельзя. Ответственный обязательно, потому что он должен понимать, что от него зависит жизнь других людей. Раньше большое количество лекарств изготавливали в аптеках, но сейчас отпала такая необходимость, ведь в ассортименте аптек стало более 6000 наименований. Елена постоянно посещает курсы и каждые 5 лет, как и врач, проходит специализацию. Все для того, чтобы помочь нам не утонуть в море препаратов.